second position that it teases for being a faggot. Squeeze at the text bell through the back guide. Believe in that bitch, don't get the vibe. Treat the gospel of an asshole like Simon. Selling kids caskets, harassing women. Don't test me, finish your black jean. My ministry is from a sinister ancestry. Quack gynecologist, fuck a female activist. They took it in your ass, lay a misogynist. Fuck like a putrid 80-year-old bitch. Your words should be like motorcycle dicks. Thank you.
Селена против казанских ребят, студии 187. Прям такая реальная битва стилей, на мой взгляд. Но ты ее рассудил, по-моему, в сторону Селены. Да, однозначно. Вот. И интересно вот послушать твое мнение. Студия крутая, смотрится шикарно. То есть двушки, допустим, Марсель и Дерем вообще великолепно. Блин, оба одинаковые, просто типа шмотки. Смотрится круто. Возможно, вот этот момент не сыграл, сыграл им в этот раз не на руку. А дальше что еще? Опять же, типа, Нед жмет. А вот там как раз таки какой-то мульчик, он тоже начал добивать. Да, что-то именно в самом-самом конце. Первый раз, по-моему, я уже отдавал за студию. То есть, когда прошел первый круг, типа, первый батл, я отдавал за студию. Но потом дальше, вот, Селена начала, короче, набирать обороты, а студия как-то не подняла их до конца, и ребята просто не дожали. То есть Селена пережали, смогли, выдавили уже просто что было у них, не знаю, либо может у них было реально, но они начали дожимать до конца, добивать. А студия просто, она не сделала этого рывка, то есть типа она не, типа, не была готова как будто умереть, то есть скажем так. Я очень уважаю пацанов, я топил за них лично, скажу, я очень хочу, чтобы они выиграли, да. Знаете, пацаны. Да, типа было так, да я уже сказал, вот, но... Ну, как бы, ну, судейское решение, это не предвзято, поэтому, типа, я отдал за Селену. Бат Селена и парни из Казани, студия 187. Вот, там решение было сразу, без тайбрейков. Да. И вот интересно, что ты думаешь по этому бату, почему ты показал на... Кого ты показал? Помни. Тоже на Nothing Bat Selena. На Nothing Bat Selena, да. Ну, в принципе, по-моему, все трое показали. Батл, да, я считаю, действительно достойный финала самый. Именно противостояние стилей здесь было очень ярко выражено, как мне кажется. И почему я показал на Nothing Bat Selena, они мне показались более универсальнее и разнообразнее. Вот. Парни с 187 тоже делали все круто, свои фишки, подача, все классно, но мне показалось немного кардинально. Ну и как бы опять же разнообразие, универсальность перевесили в сторону Nothing Bat Selena, по моему мнению. It's my opinion. Yeah, спасибо. Лично я считаю, что в этом батле конкретно студия могла получше себя показать. Как бы нельзя судить так, потому что я знаю, ну, я знаю, что не могут и все такое. Ну да, по факту. Я сужу по факту. Чуваки сделали Nothing Bat Selena, ну, Нетсер и Байкал сделали четко то, в чем они сильны. Они сделали хорошо свои все раунды. Было там буквально одна там лажа у Нетсера, может быть, такое. А в остальном прикольные замутки были у Байкала, хорошие концепции были у Нетсера, все такое. Nice. Первые раунды, типа, чуваки Голди Мюзик начали неполноценно, я бы сказал так. То есть, типа, Голди сделал ответ на Power Move, но, допустим, был только Power Move плюс одна-две фишки в футболке, но это было мало, мне их не хватило. Ну, вообще, как будто Nothing Bat Selena были настроены, на самом деле, на этот батл. Типа, да, они, как бы, видно было, что просто они, Селена, они просто делают то, что они умеют делать, и, знаю, три раунда, все, сейчас я добавлю три раунда, и все, и на меня покажут. То есть, будет уверенность больше, типа, сильнее низу, чем, типа, в студии. Мюзик прикольно начал первый раунд, но, типа, слишком много увлекся этим батлом, кулаками, все такое. Ну, да, как бы это было лишнее, я бы хотел, и все, по сути, он ничего не делал в этом раунде.
чуть-чуть подальше в раундах, типа и у Мюзика, и у Годи были маленькие лажи. То есть они хотели быть спокойненько на уровне, но конкретно здесь они просто подлаживали и выходили, ну, может быть, и теми фишками, не знаю. Конкретно здесь они смотрелись чуть похуже. Не намного, но смотрелись чуть похуже. И тоже как бы Мюзик делать стёб типа на флай. Типа, да, и потом, помню, да. Ну, как бы это не очень, зачем? Можно просто пойти, показать, в чем ты уверен, в чем ты силен, и все, типа. Просто долго, типа, еще, очень долгий раунд, долгие, типа, круги. Селена сразу давила, батл, все, выход, все, встали, все четко. Эти долго раскачивали, прикольно, должно быть, типа, забор батла, типа, на уровне. Но этот уровень не был показан конкретно в этом батле. Поэтому я отдал Селене, мне показалось, что чуваки сделали все, что для того, чтобы забрать победу. Какая, да. Ну, как бы, в принципе, да. Но Голи с Мюзиком, красавцы, что-то приехали все равно. Даже Питер не приехал, они приехали. Спасибо, пацаны, что вы приехали. Респект, да, респект сильно. Спасибо за твою точку зрения.